Всем рукодельный привет! Меня зовут Даша, вы на моем канале о вязании, и в сегодняшнем видео у нас с вами будет большой обзор. Я подготовила огромное количество образцов, как вы видите, по этой стопке, но эта стопка получилась большой не из-за того, что у нас очень много артикулов, хотя их на самом деле много, а потому что вся пряжа пушистая, объемная, и кажется, что очень-очень много всего. Плюс я отвязывала практически все артикулы по два образца. Я в сегодняшнем видео хочу поговорить с вами про белорусский бренд пряжи Ореола. Я связалась с этой фабрикой с целью сделать обзор на их артикулы. Меня очень порадовало, что фабрика с пониманием и с дружелюбием отнеслась к моему предложению, и они согласились направить мне на обзор большее количество своих артикулов, которые у них есть на данный момент в наличии. Вы можете сказать, что «а как мы будем эту пряжу заказывать, если она является белорусской?» На самом деле эта пряжа широко представлена на Валбересе, что облегчает покупку любому региону России. И давайте я вам расскажу про каждый артикул, выделим какой-то самый крутой, хотя в этом обзоре, мне кажется, у меня будет очень много крутых артикулов. Выделим также артикулы, которые мне меньше понравились, и просто поговорим о том, что это, как это, понравилось мне или не понравилось, как они по ощущениям, как после стирки себя ведут. И хочу обратить ваше внимание заранее на то, что я образцы стирала только руками. В этот раз я не стала отвязывать отдельный образец для того, чтобы стирать его в стиральной машинке. И я думаю, что вы поймете меня, потому что в основном все артикулы являются пушистыми. И как мы знаем, пушистые артикулы в стиральной машине вообще очень редко не сваливаются. Я не знаю, какой должен быть состав, чтобы пряжа сама по себе не свалялась, потому что пушистые волокна, они очень хорошо сцепляются друг с другом при стирке, и поэтому даже руками иногда можно такую пряжу свалять. Поэтому я стирала только на руками, и подобную пушистую пряжу я рекомендую вам стирать только руками. Не рискуйте, то существует вероятность того, что вы просто вытащите очень маленькое изделие и расстроитесь из-за того, что испортили свою готовую работу. Итак, у меня здесь в основном все артикулы зимние. Ну, как в основном? На самом деле они все зимние, какие-то более натуральные, какие-то более синтетические. Полностью 100% акрила здесь у нас не будет. И давайте начнем. Я уже постепенно хочу взять какой-нибудь моточек и начать вам рассказывать. Поэтому давайте постепенно, какой моток мне в руки придет, я буду его брать в руки и рассказывать вам свое мнение о нем. Также, если вы захотите после этого обзора приобрести какую-либо пряжу, на все артикулы я оставлю вам внизу в описании под этим видео ссылки на Валберес. Хочу, кстати, обратить ваше внимание, что вся пряжа продается упаковочками небольшими по 2 моточка, то есть по 100 грамм. У меня они тоже, кстати, в количестве по 2 мотка, но так как, чтобы не забивать кадр, я решила выложить всего по 1 моточку. После долгого моего вступления давайте начнем. И первый моток, который мне просится в руки, я хотела бы начать, наверное, с этого яркого, но я начну вам сейчас очень сильно петь ему оды, поэтому давайте начнем с чего-нибудь попроще. И вот первый моточек, который мне попадает в руки, это пряжа, как я вам уже сказала, Ореола, это итальянская коллекция. У всех названий этой пряжи есть номер. К сожалению, для меня это менее удобно, потому что на память, например, махер номер 24 запоминается хуже, нежели, там, например, там, пушистый махер там, или королевский махер. Как его обзови по-другому, так будет запоминаться намного легче, нежели по номерам. Здесь у меня в руках сейчас махер номер 24. Здесь у нас в моточке 50 грамм 250 метров. Цвет у меня 16505 светло-бежевый. И по составу у нас здесь идет 28% махера, 28% альпаки, 44% полиакрила. Здесь очень красивый бежевый цвет, он имеет меланжевую такую текстуру, то есть сама ниточка по себе белая, и пушочек имеет бежевый, причем даже разные бежевые оттенки впрядены в этот белый пушочек. Ну и как вы видите, производитель
торговая компания «Риол», Республика Беларусь. Что я хочу вам сказать по первым ощущениям в этом моточке? Для меня он покалывает. Так как здесь идет очень длинный остевой волос, я так подозреваю, что вот эти длинные волоски — это волоски не альпаки, а именно мохера. И сам по себе мохер для меня, он более колкий. Я больше люблю альпаку, нежели мохер. Здесь у нас идет соединение и той ниточки, но колкость я чувствую здесь такую значительную. То есть даже руки мне покалывает. Сейчас я вам покажу образец из этой пряжи. Я связала только один, так как по толщине ниточки, вы потом в ходе обзора поймете, почему я говорю, что эта ниточка толстая, эта ниточка является толстой при своем метраже в 250 метров. То есть 500 метров на 100 грамм будет у вас упаковочка. Вот так выглядит образец, который я связала. Связала я его на спицах 3,5, и просто посмотрите, как много здесь пуха. То есть прям очень длинные волоски. Очень красиво это смотрится. Она очень пушистая, очень пластичный образец получается. Лицевая гладь у меня здесь пляшет, но как и в любой паутинке, которую мы вяжем, мне кажется, я ни одной паутинки в своей жизни не видела, чтобы она была с идеальной лицевой гладью, кроме как связанная, например, на машинке. Я не стала на этих пряжах отвязывать... В основном на пушистых пряжах я не стала отвязывать резинки, потому что вы понимаете, что резинка держаться как таковой не будет. Она будет смотреться очень странно, и если вы только рассматриваете эту пряжу как подмот, тогда можно уже пробовать будет отвязывать резинки. Я здесь вязала платочную вязку, и думаю, образцы получились информативными. Покажу вам поближе, как выглядят петельки. После стирки пряжа еще больше распушилась, она заполнила пробелы, и получился такой прям достаточно плотный образец, хотя он не выглядит таковым. Изнаночная гладь выглядит следующим образом. И когда я прикладываю этот образец к себе, я чувствую колкость. То есть для супер нежной кожи эта пряжа не подойдет. Если вы только будете использовать ее в подмод, возможно, вы захотите использовать ее в носочки, хотя тут идет 50% синтетического состава, и здесь нужно быть повнимательным, протрется ли или не протрется эта ниточка у вас в носочках. Кстати, в этом обзоре я вам покажу идеальную просто ниточку для подмота в носки. Еще мы к ней обязательно вернемся. Мне очень нравится цвет, и что касается цветов этой пряжи, у них огромная цветовая палитра. И причем палитра дорогих оттенков, если можно так их назвать, потому что очень редко встретишь у турецких производителей, у производителей, ну, итальянской бобинной пряжи, можно сказать, что у них огромное количество таких богатых, красивых цветов. Но мне было очень приятно увидеть у белорусского производителя такую красивую, серьезную палитру. Я вам буду вставлять постепенно, как это выглядит, если у меня получится это сделать более компактно, либо буду вставлять на весь экран. Это первый артикул, про который я вам хотела рассказать. Все, кстати, образцы я стирала с помощью кокосового мыла. Я их не жалела, я их прям терла. Поэтому, возможно, где-то они чуть-чуть больше подвалялись. Но, к слову, я их замеряла. Они после стирки никак не изменились, кроме одного артикула, у которого был эластан в составе. Но эластан стягивает полотно и потом растягивается постепенно. Так что к этому я не стала бы обращать огромного внимания. Так, какой же следующий образец вам показать? Давайте начнем вот с этой пряжи дальше. Также бренд Риола. Это пряжа номер 24, полушерсть. 50 грамм, 585 метров. Это одна из самых тонких пряж, которая здесь присутствует. И одна из самых красивых и, к сожалению, более синтетических. Но я вам сейчас расскажу, что интересно я в ней заметила. Во-первых, здесь у нас идет очень деликатный люрикс. Цвет у нас номер 65, номер 16588, называется он верблюжий. Здесь очень классно в тон подобран люрикс, то есть он не такой прям золотой-золотой, а именно в тон верблюжьего цвета. Очень длинный пух. Причем пух без остевых волос, то есть он мягкий, приятный. Ну, как таковой шерсти здесь нет, потому что по составу у нас здесь идет 18 всего лишь процентов шерсти, 48% полиакрила, 28% полиамида и 6% метанита, именно вот этой вот ниточки люрикса. Я взяла эту пряжу как подмот, то есть я изначально ее рассматривала для того, чтобы придать изделию какой-то деликатный блеск, и если вы хотите, если у вас есть вот своеобразная аллергия на шерсть, вы не можете переносить огромное количество шерсти в составе, 18% я не скажу, чтобы он прям чувствовался здесь,
как колючая шерсть. Это просто такая мягенькая, пушистая синтетическая ниточка. То есть я ее где бы себе не прикладывала, я чувствую себя прекрасно. И я ее вот рассматриваю именно как подмот, потому что в одну ниточку и в две ниточки я отвязала эти образцы. И даже сделала подмот, потом вам покажу эту пряжу чуть позже. В одну ниточку. В одну ниточку получилось очень плотно. Я вязала на спицах 3,25, при том, что метраж у нее достаточно большой. Я думаю, что здесь где-то присутствует эластан, потому что она сама по себе очень тянется. То есть она хорошо пружинит. Я думаю, что она, если будете ее в подмод добавлять к пряже, которая не держит резинки, будет вам укреплять резинку. И посмотрите просто, какая красота. Во-первых, мне очень нравится этот цвет и как смотрится люрикс. И если бы здесь добавили, например, в состав еще немного альпаки или чуть-чуть побольше там шерсти или мохера, это, мне кажется, была бы очень красивая пряжа, которую можно было бы вязать самостоятельно. Если вы, к слову, никак не переживаете по поводу того, что пряжа синтетическая, вы можете спокойно брать ее на плечевые изделия. То есть она мягкая, приятная, красиво смотрится в лицевой глади. Лицевая гладь просто идеально ровная, как по мне, для пушистой пряжи. Пушочек деликатный, красивый, такой, знаете, как облачко сверху накрывает полотно. Изнаночная гладь тоже очень ровная смотрится, то есть ничего тут не выделяется никак, и рядность, мне кажется, мою постоянную тоже не видно. А в две нити получилось плотное, красивое полотно. И я бы, мне кажется, именно вот в такой плотности вязала бы плечевое изделие, потому что здесь практически не просвечивается это полотно. Вязала я уже на спицах 3,75. Я постоянно вам говорю о том, что вот эти дырочки на полотне, это идет напоминание мне, на каком номере спиц я вязала эти образцы. То есть у меня тут три дырочки, это спицы номер 3, и потом... А еще три дырочки, это 75, то есть у меня по 25. Если одна дырочка 3,25, две дырочки 3,5, три дырочки 3,75. Я четвертинки тоже учитываю, потому что это очень важно. Мне очень понравилось, как здесь смотрится платочная вязка. Она выглядит пухленько, и она не растягивается. То есть она выглядит как изнаночная гладь, только более выпуклая. Некоторые пряжи, они имеют свойство вот так вот разъезжаться. Но так как сама по себе ниточка очень легкая, я думаю, что под своим весом она вытягиваться совсем не будет, и расход на изделие будет минимальным. Также идеальная лицевая гладь. Тут практически не видно, что вы вяжете в две нити. Я обожаю, кстати, когда пряжа при сложении в два сложения, она не выделяется. То есть, когда не видно, что две ниточки именно используются, для меня это показатель того, что пряжа выглядит цельно. То есть, когда я смешиваю в две нити и видно две нити, меня это немножко раздражает. Также, как выглядит изнаночная гладь. Я бы ее пустила на полоски, эту пряжу, потому что я сейчас стараюсь более из натуральных артикулов вязать. Но если, например, мне захочется куда-то подмотать какую-то блестящую ниточку, то почему бы и нет? Я не побрезгую, как некоторые брезгуют синтетическими артикулами. Для меня это как-то не принципиально, но просто вот я бы не стала вязать плечевое изделие из такой пряжи, чтобы это изделие не было парким. Но мне очень нравится, как она по ощущениям у меня в руках чувствуется. И что я, кстати, хочу обратить внимание, некоторые артикулы синтетические, они при стирке хрустят, и вы чувствуете акрил, тут я этого не заметила. В этой пряже такого не было, при намокании она вела себя как, знаете, даже меринос, но не в плане того, что она такая классная, как мериносовая шерсть, а в плане того, что она тягучая, она расплывалась у меня в руках, и не было вот этого скрипа синтетического, и я даже немножко удивилась, как такое возможно, при том, что в пряже всего 18% натурального состава. Так что, если вы хотите какой-то деликатный блестящий подмот и искали себе пряжу, мне кажется, пряжа полушерсть номер 24 от Ariola вам отлично подойдет для этого. Так, ну раз мы идем по первому ряду, давайте возьмем в руки вот этот моточек. Во-первых, посмотрите на этот красивый цвет. Я не знаю, как его назвать, сейчас посмотрим, как его обозвали производители, но это вот, знаете, такая увядшая роза, причем с темным таким подтоном, я не знаю, очень сложный цвет, очень красивый цвет, и мне кажется, он и на осень, и на зиму отлично подойдет. Он какой-то уютный, я бы его назвала. Эта пряжа у нас номер 25, мохер, 50 грамм 100 метров, это очень толстая ниточка. Очень толстая ниточка, и она выглядит с, знаете, такой видимой круткой,
сама по себе. И пушок набит неравномерно, она выглядит, знаете, как подваленная. То есть у нее есть какой-то такой шарм, изделие, которому, ну, знаете, бомж-стайл, как называют, или что-то подобное. Сейчас очень модно вязать подобные свитера. И я бы брала ее и на свитера, и на плечевые изделия. По составу у нас здесь идет 20% мохер, 10% шерсти, 58% полиакрила и 12% полиамида. Ниточка сама по себе не тянется, она плотная и она не колючая. То есть я ее трогаю, тут я мохера уже не ощущаю, чтобы он как-то мне кололся, как в первом образце, который я вам показывала. И сейчас я вам покажу образец, который я связала из этой ниточки. Выглядит он следующим образом. Ну вот, ну посмотрите, какая красота, если честно. Я потому что не могу... Вот мне хочется связать плечевое изделие с такой фактурой. Когда у нас тут, я, знаете, как будто эффект фламе наблюдаю. Я связала на спицах номер 4, но тут спокойно можно было и 5, и 6 брать, потому что 200 метров на 100 грамм в пушистой такой пряже это очень плотное изделие получится, если вы будете вязать также на четверке. Тут я уже попробовала отвязать резинку, потому что вдруг кто-то из вас захочет использовать эту пряжу в шапку или как подмот к шапке. Как подмот хорошо. В шапку, если вы даже свяжете в две нити, она, возможно, будет продуваться и не будет так сильно греть, потому что состав здесь тоже преимущественно синтетический. Резинка 2 на 2. Ну, как вы понимаете, резинка держаться не будет, но смотрится очень симпатично. Резинка 1 на 1 больше разъезжается, только если попробовать ее связать на спицах меньшего размера, либо скрещенную резинку. Мне кажется, смотрелось бы очень красиво. Лицевая гладь смотрится... Как будто петли пляшут, но мне кажется, здесь сама по себе гладь ровная, тут за счет фактуры пряжи создается такое впечатление. Как будто, правда, эффект фламе какой-то присутствует, тут идет вот эта набивка нити кусочками, то есть у вас, я здесь пообрезала ниточки, давайте возьмем из моточка, я вам покажу, как это смотрится. То есть, видите, оно как комочками. То есть, я думаю, что это именно не брак, как может кто-то сказать, это именно фишка этой пряжи. Тяжело показать на камере, потому что пряжа сливается с моим цветом кожи, особенно вот этот пушочек сливается очень красиво. То есть, он как кусочками набит, и мне это нравится. То есть, я люблю подобные такие бомжеватые текстуры, а, к сожалению, я по-другому назвать ее никак не могу, но это не в минус, это идет как раз-таки для меня в плюс. Что касается изнаночной глади, здесь все ровно, красиво и аккуратно, насколько это возможно в такой пряже. Но тут вы можете сказать, что это смотрится очень странно. Это пряжа прямо на любителя. Если вы хотите какой-то огромный просто связать, пушистый, теплый кардиган, я почему-то вижу из этой пряжи очень классный кардиган или оверсайз формата джемпер с высоким горлом, мне кажется, пряжа будет смотреться очень круто. Я бы попробовала постирать эту пряжу в стиральной машинке, но у меня складывается впечатление, что, скорее всего, она подваляется. И я лучше не буду так рисковать и вам не советую. Сейчас я прикладываю ее к шее, я чуть-чуть чувствую колкость мохера, так как шея у нас деликатное место, и если вы хотите проверить, колется вам пряжа или нет, вы можете приложить именно к шее или к сгибу локтя. И мохерчик, я чувствую, как он покалывает. Если вы против легкого покалывания ничего не имеете, то тогда эта пряжа вам тоже отлично, думаю, подойдет. Но для аксессуара, кстати, можно связать двойные варежки из этой пряжи. Будут смотреться тоже очень круто, очень тепленько. Они еще, если связать их больше и все-таки подвалять в стиральной машинке, мне кажется, получится просто пуленепробиваемое полотно. Так, с первым рядочком моточков мы закончили. Давайте посмотрим, что нас ждет далее. Как видите, там внизу еще тоже очень много артикулов, и образцы у нас не убавляются. Давайте я вам расскажу дальше про альпаковые артикулы, которые мне просто запали в сердечко. Мне кажется, что у Ореолы просто идеально получилось совладать с альпакой. Здесь есть, кстати, два вида этикеток. Я так подозреваю, вот эти этикетки, они новые, а это старого образца. Также здесь пряжа Ореола. Это альпака номер 17. Посмотрите, во-первых, какой цвет. Именно этот артикул, он идет мультиколоровых, короткосекционных оттенков. То есть однотонной пряжи нет. И, к сожалению, большому сожалению, я хочу обратиться к бренду Ореола. Если вы сделаете альпаковые вот эти артикулы еще в одноцветном
в однотонном цвете, это просто будет пушка-бомба, потому что не все любят секционно окрашенную пряжу. Она очень маловариативна и прям на очень большого любителя. Итак, здесь у нас 50 грамм 455 метров, цвет 16-346. Хотя я вас все время обманывала, это была партия. Простите, пожалуйста, цвет называется 905. А там цвет был верблюжий и прочее, как я вам говорила. А здесь цвет назывался пыльная роза. Я вам об этом не сказала почему-то. Так, здесь у нас 20% альпаки, 32% шерсти, 20% вискозы и 28% полиамида. Вот это уже более интересно, потому что это более натуральный состав. Я вискозу всегда приравниваю к натуральному составу. Кто бы что ни говорил, для меня вискоза это все-таки натуральный материал, и я не отношу его к синтетическим. Поэтому здесь будем считать, что всего лишь 28% синтетического волокна. И мне прям хочется засунуть пальчик в моточек, потому что он такой нежнейший. То есть я здесь отчетливо чувствую альпаку и отчетливо чувствую вискозу, потому что она сама по себе шелковистая, мягкая, приятная. Ниточка. Вот я почему-то собрала здесь две, потому что она достаточно тоненькая, и разделить ее тяжеловато. Что я вам хочу сказать, она еще имеет интересную текстуру. Видите небольшие буклешки? Я изначально, когда читала описание этой пряжи, не нашла описания того, что она является букле. Поэтому текстура букле для меня была приятным бонусом. Я люблю букле-артикулы, как вы это знаете. Я вообще люблю фантазийные артикулы. И этот артикул мне оказался очень близок. При том, что я изначально скептически к нему относилась, и именно из-за секционного окрашивания. И как вы видите, по размерам образцов, мне эта пряжа очень понравилась. Давайте начнем с одной ниточки. Во-первых, в пряже присутствуют белые остевые волоски. Я сначала подумала, что это волоски лунтика, но потом поняла, что они очень длинные, и это не может быть мой кот. Я в одну ниточку, вот как вы видите, очень прозрачный образец получился, и он с такой проседью, очень красивой проседью, очень красивый вообще цвет сам по себе, розовый вместе с синим и фиолетовым смешан в одной ниточке, и они ложатся пятнышками, потому что секции очень коротенькие. Я на самом деле в секционной пряже люблю больше амбре-эффект, когда переходит плавно от одного цвета к другому, но мелкосекционка, она смотрится очень красиво в две нити, я вам сейчас дальше это покажу. Этот образец я связала на спицах 3,5, и он такой нежный и приятный. Я уже вижу какую-то классную паутинку. Или подмотать к ней ниточку в цвет, например, розовую. Какую-нибудь хлопковую. И будет очень красиво смотреться. Во-первых, почти натуральный состав. Красивые цвета. Но это вот именно для любителей мелкосекционных цветов. Поэтому если бренд Риола решит выпускать однотонные цвета именно вот этой пряжи, и еще одной пряжи, которая вот здесь вот рядышком лежит, я буду просто пищать от радости, потому что мне такие артикулы очень близки. Как выглядит изнаночная сторона? Но здесь очень тяжело просматривается букле, потому что оно прям деликатное микробукле. Вот правильно микробукле именно назвать. В одну ниточку мне нравится меньше, чем в две нити. В две нити это плотное, шелковистое полотно с идеально ровной лицевой гладью. Прям очень хорошо раскрылось, все заполнило все пробелы. И здесь уже не прослеживается вот эта мелкая секционка, кажется, как будто просто неравномерно окрашенная пряжа. Потому что здесь я вязала в две нити, по оттенкам не подбирала. И вот это вот спокойно можно пускать уже на плечевое изделие, на какое-то плечевое изделие, типа, как знаете, у меня была альпаковая такая водолазка оверсайз формата. То есть она шелковистая, приятная к телу, и тут колкости вообще нет. То есть я спокойно могу, мне кажется, к любой части тела приложить этот образец, и он очень приятно сидит к телу. И даже сейчас, пока я держу его в руках, он мне уже начинает греть руки. Также я здесь вязала платочную вязку. Поближе вам покажу, как это смотрится. Вот так выглядит пушочек. Видите, он как с проседью. Определенный шарм этой пряжи, как будто бы, знаете, состаренное полотно. Но это вот прям на любителя-любителя. Здесь я использовала уже спицы 3,75. В основном я использовала либо 3,25, либо 3,5, либо 3,75, потому что мне кажется, что это спицы идеальные для того, чтобы связать и не плотное, и не слишком расхлябанное полотно. Но мне кажется, если вы вяжете плотнее, вам и четверочка подойдет. Ну, мне кажется, это классный свитерочек выйдет. И по расходу будет очень хорошо, потому что у нас получится в 100 граммах
455 метров. То есть чисто теоретически нам 300 грамм должно вот прям точно хватить. То есть три набора вот таких вот моточков. Потому что, как я вам говорила ранее, у нас они продаются на Валбересе по два моточка сразу. С одной стороны, это удобно, с другой стороны, не очень. Когда вы там заказываете на какое-то небольшое изделие, вам надо три мотка, вам в любом случае придется брать 4. Но бюджетная стоимость, мне кажется, уравновешивает все эти моменты. Так, этот моточек отправляется сюда. Дальше. Что же вам дальше показать? Давайте покажу вам красивый полынный артикул. Он идет более синтетически, и мне он понравился меньше, чем большинство артикулов, которые я вам сегодня покажу. Это полушерсть номер 21, 50 грамм, 455 метров, цвет оникс. 20% шерсти, 50% полиакрила, 30% полиамида. По ощущениям, она как будто бы с махером, то есть вот тут колкость как махеровая присутствует. Остевые волоски также есть, такие длинные, плотные. Цвет. Я взяла эту пряжу, вот правда, я когда увидела этот цвет, я поняла, что этот цвет мне точно нужен. Но она мне не понравилась в вязании. То есть сейчас я вам покажу, как выглядит образец. Тоже связала в одну ниточку и в две ниточки. В одну ниточку это выглядит следующим образом. То есть здесь также идет неравномерное набитие нити. То есть вот видите, в каком-то моменте у нас как такой уплотненный момент, уплотненная петля, потому что здесь больше пуха. Я думаю, это именно фишка пряжи, такое неравномерное набитие. Видите, как красиво смотрится этот цвет в полотне. Цвет просто шикарный. Я обожаю подобные цвета. Это вот я бы назвала его холодный Тиффани. Холодный, такой зеленоватый Тиффани. Очень красивый. Связала на спицах 3,25. Прозрачное полотно, как вы видите. Изнаночная гладь выглядит следующим образом. Покажу вам поближе. И вот такой пушочек. Но я здесь чувствую синтетику. Я прям ее отчетливо чувствую. Она, знаете, я вам сейчас попробую помолчать и пошуршать немножко этой пряжи. Она даже шуршит. То есть и при стирке она очень такая жесткая и скрипучая получается. К сожалению, этот артикул бы я не могла вам рекомендовать. Если вы ничего не имеете против синтетической пряжи, то спокойно можете его брать и пробовать. Но я его, скорее всего, пущу на подмот в носочки. И в две нити. Этот образец выглядит так. В две нити мне вообще все ниточки мне больше понравились в две нити. Я не очень люблю прям такие дрявые паутинки. А когда пушистая пряжа смотрится больше плотненьким полотном, мне нравится намного больше. Здесь я связала на 3,75. Так выглядит платочная вязка. Лицевая гладь. И изнаночная сторона. Даже практически не видно рядности. Сама по себе она более плотная, не такая шелковистая, как, например, альпаковые артикулы и артикул, который я вам показывала ранее, более синтетический. Этот прям такой плотненько-плотненько ложится, но я вот прям чувствую вот это шуршащее синтетическое звучание, если можно так сказать. Но она мне понравилась на данный момент, вот пока я вам показываю, меньше всего. Поэтому к ней я буду относиться с осторожностью. Это полушерсть номер 21. Ну, мы пришли просто, вот, наверное, к моей самой большой любви этого обзора. Я не могу никак вам его не порекомендовать. Вы можете сказать, что вот, ты там рекламируешь и прочее. Я вам рассказываю свои ощущения про каждый артикул честно, независимо от того, получила я их бесплатно, получила я их на обзор. Ни за какой обзор мне не платили. Поэтому я рекомендую и показываю вам то, как оно есть, по моему мнению. То есть нравится она мне или не нравится. И вот это вот прям всем рекомендую взять и попробовать. Это альпака номер 19, 50 грамм, 185 метров, толстая пушистая ниточка. Она тоже идет только мелкосекционного окрашивания, то есть однотонных артикулов нет. И ореола. Я вас прям сердечно прошу, сделайте однотонные артикулы этой пряжи. Мне кажется, я раскуплю, наверное, все цвета, потому что это такой нежный котенок. Вы сейчас по составу это все поймете. Цвет номер 72-45. 80% альпака, 20% полиамид. Идеальный состав. Ух, какая она мягкая, какая она приятная. Вот просто,
Мне кажется, мой котенок, мой лунтик, просто позавидует тому, какая она приятная, и мне хочется ее прямо из рук не выпускать. Она очень теплая, я ее держу, у меня уже рукам становится жарко. И цвета, хоть и на любителя, но я вам связала два образца, показать, как она смотрится в подмод, если ее добавлять. Итак, вот так она выглядит просто в одну ниточку. Я вязала ее на спицах 3,75, можно использовать спицы большего размера. И как вы можете заметить, как будто бы присутствуют букляшки, но я так думаю, что это у меня просто пух подцеплялся спицей, букле в нити самой я не заметила. То есть, возможно, где-то пушочек, как вот здесь, например, ложится петельками, но я не сказала бы, что это букле-эффект. Она очень шелковистая, очень плотненько получилась, можно спицы большего размера спокойно использовать. Вот видите, здесь платочная вязка уже не держится, то есть она разъезжается. Образец получился невесомым, изнаночная гладь смотрится также пятнышками. Мне кажется, эта пряжа отлично подойдет для пулинга. Если вы знаете такой метод вязания, немножко вам расскажу. Это когда вы определенное количество петель подбираете, есть специальные сайты для подбора, чтобы у вас пряжа ложилась узором. То есть она будет у вас ложиться клетками, очень красивыми. И если у вас одна и та же плотность на протяжении всего изделия, то вы прям увидите, как красиво клеточками ложится. Можно было бы попробовать высчитать для пулинга, но это нужно время. Я решила просто связать образец вот как набралось столько петель, столько и набралось. Единственное, что меня смущает, что мне кажется, что пряжа начала косить почему-то к середине образца. То есть ровно-ровно-ровно шло, а потом что-то произошло, и она начала подкашиваться. Возможно, это из-за того, что я ее неправильно заблокировала, когда сушила, и надо было ее просто немножко вот так вот повытягивать, и ровно бы смотрелось, но все равно середина полотна как-то косит. Не знаю, почему, из-за чего это может быть. Возможно, это проблема именно в моих руках. Кстати, вот на изнаночной стороне мне больше нравится, как этот узор выглядит. Это вот какая-то, знаете, такая припыленная единорожка. Для детей, мне кажется, тоже очень хорошо подойдет, потому что в ней вот, ну, не грамма колкости. Это практически 100% альпака. Она нежнейшая. И второй образец я решила вам показать, как эта пряжа будет смотреться с подмотом. Я взяла две ниточки носочной пряжи, ну, просто потому что носочная пряжа тонкая, она у меня была под руками. Я взяла такой припыленный молочный цвет, смешала с этой ниточкой, и взяла мериносовую носочную пряжу фиолетового, такого лавандового цвета. У меня оставался небольшой остаточек. И я вам хочу сказать, что мериносовая носочная пряжа плюс вот эта альпака получается супер нежное полотно. То есть вот тут просто шерсть, она покалывает, а здесь просто я не хочу его выпускать из рук. Это вот что-то нежнейшее. Так что если у вас есть какие-то такие шелковистые мериносовые артикулы, которые вы не знаете, что к ним подмешать, я рекомендую вам подбирать в цвет. То есть если у вас есть, вот, например, лавандовый цвет, в этом моточке также присутствует вот этот фиолетовый лавандовый цвет. И эта пряжа идеально подойдет сюда. Также сюда идеально подойдет рыжие оттенки, желтые оттенки, такие морской волны и голубые. То есть, если вот так смешивать, то очень красиво будет смотреться. Будет основной цвет один сливаться с ниточкой альпаки, и будет смотреться как цельное полотно. Мне кажется, тут даже незаметно, что эту ниточку я подмешала, как будто эта пряжа такая и должна быть. Ну а с белым цветом уже более видно, что я просто добавила нить, потому что здесь белого цвета не присутствовало изначально в этой расцветке. Так, я связала на спицах номер 4. Да, вот здесь вот у меня есть отметка. Получилось плотное полотно, и я бы, наверное, вязала еще побольше, но не знаю. Я уже начинаю в голове себе придумывать, какие изделия я бы хотела себе из этой пряжи. Но пока для меня это очень ярко. Мне кажется, можно было бы связать какой-то крутой яркий шарф. Яркий шарф, например, замиксовать полосками или что-то подобное. Потому что, ну, пряжа приятная к телу. И для шарфа, и для шарфика или палантина идеально подойдет. Вот эту я прям вам нахваливаю и рекомендую попробовать. Повторяюсь, это альпака номер 19, и ссылка на все эти артикулы внизу в описании под этим видео. У нас осталось с вами 5 артикулов, и я не знаю, с какого начать, так как у нас сейчас носочный сезон. Давайте я вам расскажу про идеальный подмот к носкам.
Есть у меня вот такая белая, очень-очень пушистая ниточка. Вы просто посмотрите, какой здесь пух. Это что-то невероятное. Мне кажется, если ее начесать, когда будете вязать, например, какие-то игрушки, или если вы начесываете плечевые изделия, получится просто шикарно. Это мохер номер 14. 50 грамм 555 метров, цвет белый, это прям отбелка, то есть он без желтизны идет. А здесь у нас по составу 38% мохера, 38% шерсти, 19% полиамида и 5% эластана. Так как здесь у нас присутствует полиамид в составе, что мы сразу думаем? Носки. Так как здесь присутствует эластан, это еще больше меня убеждает в том, что эта пряжа идеально подойдет как подмот в носочке. Когда я начала вязать эту ниточку в одну нить, я была в шоке, потому что, во-первых, посмотрите, какое полотно получилось. Я попробовала на разных спицах 555 метров на 50 грамм. Это Танюсика. Я взяла сначала спицы 3,5, и здесь очень плотно эластан собрал полотно. То есть она получилась плотненькая, и можно даже в одну ниточку связать себе просто невесомое изделие. А потом я подумала о том, что если я возьму спицы большего размера, так как эластан собирается. Я взяла 4, и вы посмотрите, петли как будто бы вообще не изменились в размерах. То есть эластан имеет такое свойство, какой номер спицы вы бы ни взяли, он все равно собирается. Ну, конечно, полотно немножко плотность меняет свою, но он собирается, и посмотрите, какой он. Прям во все стороны его можно растянуть. Нежный, приятный. Я бы сказала даже по ощущениям, как будто бы здесь присутствует альпака, но ее здесь нет. Мохер я практически не чувствую, хотя его тут около 30%, насколько я помню, я уже подзабыла, что я вам показывала. Как выглядит платочная вязка, как выглядит изнаночная гладь и пушочек. Пушочек здесь уже прибился по сравнению с мотком. Я думала, что он будет больше выбиваться из полотна, но мне кажется, если начесать, он будет такой же длинный, как в мотке. Так что помимо носков, она отлично подойдет на плечевые изделия и на подмот в шапки, варежки, перчатки, то есть то, что нужно собрать. Если у вас пряжа какая-то не держит резинку, пряжа с эластаном вам отлично в этом поможет. У нее тоже отличная палитра, и все цвета идут однотонные, что мне в плюс. Поэтому помимо носков я, наверное, ее еще куда-нибудь подмотаю, потому что пряжи, мне кажется, хватит тут не на одну пару. У меня получается 100 грамм, больше 1000 метров, тут прям на плечевое изделие. Может хватить, если я буду вязать в одну ниточку, например, на четверке, это получится что-то невесомое, и у меня даже язык не повернется назвать это паутинкой. Так, ну здесь на меня смотрит вот этот розовый моточек. И он тоже нежнейший, потому что здесь идет альпака в составе. Я просто, мне кажется, огромный любитель альпаки. Я ее люблю намного больше, чем мохер, поэтому, возможно, я немножко предвзята к альпаковым артикулам. Это альпака номер 18, так как у нас сейчас Барби-бум. Все хотят цвет Барби, вяжут розовые вещи, и я тоже поддалась этому наплыву. И у меня даже был розовый влог. Кстати, если вы его не видели, я вам оставлю на него подсказку. Здесь у нас 50 грамм 435 метров, цвет 91-20, 30% альпаки, 40% полиакрила, 30% полиамида. Преимущественно синтетический состав, но она намного отличается, нежели вот я вам показывала полушерсть номер 21. Если это я чувствовала, что здесь присутствует синтетические волокна, здесь я этого не чувствую от слова совсем. То есть тут как будто бы, знаете, очень тонкий акрил, если можно так сказать, я не знаю, как правильно выразиться. То есть настолько тонкое волокно, что оно прям не скрипит. Вот, то есть я жамкую моточек, тут скрипит только этикетка. Он очень приятный, он тепленький отчасти. То есть я держу в руках, у меня руки греют, но не настолько сильно, нежели более натуральные артикулы. И сейчас я вам покажу, как выглядят образцы. Образцы меня порадовал образец в две нити. В одну нить он смотрится немножечко странно. То есть в одну нить у нас петли пляшут, платочная вязка тоже какая-то пляшет. Связала я на спицах 3,5. Пушок выглядит следующим образом. И изнаночная гладь выглядит вот так. Тут тоже, видите, как своеобразными такими комочками. То есть тут побольше пуха, тут побольше, а тут вот совсем мало. Это как своеобразная фишка пушистых артикулов ореолы.
И в две нити мне понравилось намного больше. И я бы, наверное, вязала себе какое-то плечевое изделие, либо добавляла эту пряжу в подмот, либо в две нити. Но я отлично также для теплоты добавить эту ниточку в носочки. Здесь уже почему-то больше видно остевой волос белый. Он, кстати, присутствует в мотках, например, вот он. То есть это не шерсть моего кота, это изначально вот остевой волос именно в мотке. Тут я уже связала на спицах 3,75, и он, кстати, получился более прозрачным, более рыхлым, нежели предыдущие артикулы, которые я вам показывала. Хотя по метражу он схож с многими предыдущими артикулами. Поэтому мне этот образец, как выглядит, он не нравится, но по ощущениям очень приятно. Я думаю, что я буду рассматривать эту пряжу как подмот, а не как самостоятельную нить. Ну, колкости как таковой, мне кажется, тут и не будет. Тут по факту колоться-то и нечему. Так, давайте я вам расскажу немножечко про зеленый артикул. Зеленый цвет у нас также цвет ассоциируется, который с осенью. Это, кстати, цвет темной зеленой травы. Я бы не назвала его хаки, хотя вам в камере он отражается как цвет моих ногтей, как хаки, но цвет моих ногтей намного темнее, нежели этот артикул. Это у нас мохер номер 20, 50 грамм 440 метров, цвет называется зелень. Здесь у нас точно такой же артикул, как и артикул вот этот, только здесь вместо альпаки у нас идет мохер. 30% мохера, 30% полиамида, 40% полиакрила. И тут я уже чувствую колкость. Видите, мохер мне больше колется, нежели альпака. Если у вас очень чувствительная кожа, то я всегда рекомендую выбирать артикулы с альпакой, особенно с какой-то такой нежной бэби-альпакой, потому что она вот как котенок. Если вам кошка не колется, то и альпака колоться не будет. Мохерчик — это вот уже более что-то такое прям суровое, когда вы хотите утеплиться и не боитесь колкости. Так, я вам сейчас покажу образцы из этой ниточки. Давайте я уже обратно буду моточки складывать, чтобы у вас тут пустая корзинка не была в кадре. Также у меня здесь связан образец. Тут уже кот постарался. В одну ниточку. Ну, как вы видите, насколько он прозрачный. На спицах 3,25. Так выглядит платочная вязка. Вот так выглядит пушочек в этой ниточке. Мне очень нравится цвет, вообще и цветовая палитра. Я вам уже много раз сказала за это видео, что цветовая палитра пряжи от Ореола мне очень нравится, потому что они грамотно, вот колорист у них очень грамотно работает, выписывайте ему смело премию, потому что цвета все очень красивые. И вот этот вот цвет, это цвет осени прям. Какую-то паутинку осеннюю, если связать. Будет очень красиво. Сейчас я вам покажу, как выглядит в две нити. И в две нити, как на удивление, я вам скажу, мне нравится больше. Тут я не чувствую вот этой шуршащей текстуры, вот синтетической нити. То есть я вот просто чувствую приятный шерстяной артикул. Тут затесалась какая-то ниточка, скорее всего, шерстинка. Но это что-то вот прям очень красивое, в две нити, плотно смотрится. И вот если добавить, например, какую-то ниточку шерстяную, например, дундугу или что-то подобное, то будут очень классные варежки, например, на зиму. Плотные, заполнятся пушком текстуры и будут непродуваемые. Если вы, кстати, можете заметить, здесь есть даже меланжевая текстура нити. То есть где-то более темная основная нить, где-то более светлая. Платочная вязка. Лицевая гладь. Этот образец на 3,75, если я вам не упомянула. И вот так выглядит изнаночная гладь. Не обращайте, здесь у меня кончик. У меня кончилась нить, чтобы вязать в две нити. И я добавляла дополнительную. Поэтому получился дополнительный кончик. Так, и осталось два артикула. Один артикул мне очень понравился, а последний артикул я вам оставлю, знаете, как на плохой ноте, конечно, не заканчивают, но мы с вами подведем итог, как я бы распределила места между этими пряжами. Мы последние обзоры так делали, и вы сказали, что вам это очень интересно, когда я составляю своеобразный топ. Так, у нас есть вот такая нить. Я бы ее назвала, вот знаете, была белая пряжа, и на нее пролили бензин. То есть тут очень красивые такие бензиновые разводы. Здесь сама по себе нить во всех цветах идет черная, то есть основная, а пушок идет уже разных цветов.
Это у нас мохер номер 22, 50 грамм, 455 метров, цвет 365. И здесь просто огромный состав. 18% мохера, 17% шерсти, 14% вискозы, 31% полиамида, 20% полиакрил. То есть это стандартная такая полушерсть. Нить очень приятная. Очень длинный также здесь пушок. Остевых волос есть, но, как я вижу, их совсем-совсем немного. Но и цвет прям такой интересный, очень необычный. Я выбрала именно его. Вообще, мне казалось, что если смешать вот эти две нити между собой, они будут смотреться очень красиво, но я не связала образец, потому что мне кажется, что этот цвет выбивается из этой массы. Сюда бы подошел больше какой-то серовато-фиолетовый, например. Так. Образец в одну нить выглядит так, вот такими пятнышками он ложится. И черную нить прям очень видно. С одной стороны, мне это нравится, с другой стороны, не очень. Если бы была белая основная нить для такого светлого пушка, смотрелось бы светлее образец выглядел, как бы это странно ни звучало. И смотрелось бы интереснее, как по мне. Но это вот именно мнение производителей. Пушок в образце выглядит следующим образом. Платочная вязка, лицевая гладь, также он прозрачный, на спицах 3,25 отвязан, и изнаночная гладь. И образец в две нити, но это уже совсем другое дело. Тут уже видно вот эти бензиновые разводы, смотрится, знаете, цвет прям на любителя, возможно, кто-то скажет, что он прям выцветший, какой-то потасканный, но мне прям нравится, если честно, очень так необычно выглядит. Как будто, знаете, как бы это странно ни звучало, вот есть такие тряпки для уборки, вот он такой цвет имеет, но это вот прям очень на любителя. Мне нравится. Покажу вам поближе, как выглядит фактура. Спицы 3,75. Вот в две нити мне нравится намного больше. То есть это вот стандартный такой классный полушерстяной пушистый артикул. И на подмот, и как самостоятельная нить отлично подойдет. Но он имеет тоже только секционную окраску. И так выглядит изнаночная гладь. Тут у меня тоже ниточка внезапно закончилась. Не обращайте внимания. Мне кажется, в изнаночной глади вот эти секционные нити, они смотрятся намного интереснее. Вот в две нити, например, вот этот, то есть в изнанке смотрится как-то симпатичнее, нежели в лицевой глади. Но это, думаю, что чисто мое мнение, вот как на любителя. Кому как больше нравится. Итак, и последний артикул, который меня немножко разочаровал, и я, если честно, не знаю, куда его применять, потому что он мне не нравится тактильно. При том, что я на эту пряжу делала просто огромные ставки. Вот посмотрите, как выглядит нить. Сама по себе. Это пряжа альпака номер 20. 50 грамм, 105 метров. Цвет верблюжий. Кстати, цвет такой же, как и вот этот. Но здесь совсем разные оттенки. Я вам покажу образец, где две эти ниточки я смешала между собой. Хотя мне кажется, что сюда больше подошла бы, вот, например, эта ниточка. Но с этой я не смешивала, к сожалению. Здесь у нас по составу 100% альпака. Я думала, что это что-то нежнейшее, просто невероятно шикарное. И по цене она заметно отличается от других артикулов. Но, к сожалению, она оказалась очень жесткой и очень колкой. Я почему-то ее хочу сравнить с пряжей верблюжьей от Рассказовской. То есть она прям вот какая-то совсем очень рустикальная, очень колкая. И я не могу придумать, что из нее можно связать, кроме как варежки. Сейчас я вам покажу образцы, которые я связала из этой пряжи. У меня два образца есть. Один образец в одну ниточку. Я связала резинку 2 на 2, она смотрится симпатично, 1 на 1. Ну, в альпаке вообще никакая резинка 1 на 1 красиво не смотрится. И посмотрите, насколько сильно косит пряжа. 3,25 и 3,5 спицы я здесь использовала. Здесь такие прям колкие остевые волосы. Она выглядит очень рустикально, как-то прям по-деревенски, вот как деревенька. Есть пряжа от Пихорки или из Троицка. От Пихорки вроде. Изнаночная гладь выглядит следующим образом. И ее либо пускать в узоры какие-то, на варежки с аранами пытаться вязать, либо я не придумала, куда ее добавить. Я подумала, что эту косину можно исправить, если добавить к ней какой-то подмот. И я взяла для этого пряжу, которую вам и рекомендовала для подмота, полушерсть номер 24. И выглядит это так.
косину немного, совсем немного. Это помогло исправить, то есть он чуть меньше косит. Смотрится интереснее, потому что здесь присутствует люрикс, то есть уже как-то побогаче это все выглядит. Но я думаю, что смотрится странновато. И она все равно очень колкая. Для меня это прям колкая-колкая ниточка. Я ее вижу только в варежках. И в варежках, мне кажется, она тоже будет прям очень колкая. Если ее использовать только на верхний слой, а внутри связать там что-то помягче, что-то поприятнее, например, какую-нибудь альпаку, а верхний слой связать из этой пряжи. Я, к сожалению, не придумала, куда ее применять. И кроме вот как на варежке. Потому что она для меня уж слишком рустикальная. Я подобные артикулы не люблю. Хочется чего-то более альпакового, более нежного. Хотя это стопроцентная альпака, здесь я этого не почувствовала. Вот даже для сравнения, я, например, вам принесла альпаку, которая у меня уже была до этого в обзоре. Это альпака от Camptex. Она стоит чуть дороже, чем вот эта альпака, но это намного нежнее полотно. То есть тут вообще колкости никакой не ощущается. То есть она прям нежная и приятная. Думаю, что если лучше вычесать эту пряжу, убрать остевые волосы, лучше ее как-то обработать. У нее будет второе дыхание, пока я ее не могу вам рекомендовать, если вы, конечно, не любите такие рустикальные колючие артикулы. И если выставлять всю эту пряжу по топам, если можно так назвать. Так, сейчас я сложу все на место. Итак, первое место у нас определенно будет занимать эта пряжа, потому что я в нее влюбилась. Я уже даже не знаю, палантин, может быть, связать какой-то полосатый, или не знаю, вообще плечевое изделие связать, хотя я не люблю такие прям яркие, секционные, прям пятнами, чтобы ложилось изделие, артикулы, но тактильные ощущения меня заставляют зажелать этого. Поэтому я ее ставлю на первое место. Второе место заслуженно, мне кажется, получит вот этот артикул. Это тоже альпака. Видите, я предвзята к альпаке. Видимо, мои обзоры перестают быть непредвзятыми. Масло масляное получается, но вы поняли. Второе место. Третье место. Это вот эта пряжа с полиамидом. С полиамидом и эластаном. Я задумаюсь о плечевом изделии и попробую ее подмешать в носочки, в тонкую носочную пряжу, потому что у меня есть достаточно тонкие носочные артикулы, а на двоечке не всегда хочется вязать носочки. Я думаю, многие меня понимают. Поэтому попробуем и так, и так. Третье место. А, я вам не сказала. Второе место альпака номер 17. Третье место мохер номер 14. Четвертое место. Вот этот пушистик. Вот это вот просто невероятно. Он такой красивый. Это мохер номер 20. Это мохер номер 25. Пятое место я хотела бы разделить между несколькими артикулами, потому что я не хочу прям, чтобы как-то их разделять, потому что они мне одинаково по приятности понравились. То есть вот этот артикул, артикул Махер 22. Плюс сюда же я хочу отправить зеленый артикул Махер номер 20. Вот они для меня примерно одинаковые в тактильных ощущениях, в желании, что я из них бы связала. И розовый альпака номер 18. То есть вот эти три артикулы я хочу поставить на пятое место. Шестое место. Подмод. Если бы у него был более натуральный состав, он поднялся бы намного-намного выше, но из-за состава немножечко пониже ему планку. Шестое. Это полушерсть номер 24. Седьмое место у меня займет мохер номер 24. Он колковатый. Но я думаю, у него найдутся свои любители. И последнее место у меня займут два этих артикула. Артикул с альпакой. Точнее, артикул 100% альпака. И артикул 21 полушерсть. То есть 20 альпака и 21 полушерсть. Эти артикулы мне понравились меньше всего, хотя вот этот шикарный цвет заставляет меня желать из него что-то связать. Но
я непреклонна после того, как отвязала из них образцы. То есть мы сейчас вот так сюда их добавим. То есть первая тройка, как вы видите, она сразу заметна. Даже первые четыре я бы прям рекомендовала попробовать всем. Остальные артикулы, они на любителя. Поэтому я приглашаю вас посмотреть, какие артикулы есть у бренда Ариола на Валбересе. К слову, я вам хочу сказать о том, что, пока буду складывать моточки обратно на место, расскажу вам. У них вышел еще один новый артикул, который не успел попасть ко мне в обзор, потому что пряжа мне пришла раньше, чем он вышел. Это 100% кашемир. Цена на него очень-очень большая, но мне было бы интересно его попробовать. И не знаю, для чего бы он подошел, если он может быть конкурентоспособным с итальянским кашемиром. Мне кажется, это было бы очень круто, потому что про белорусский кашемир я ничего не слышала. Интересно, это из сырья какой страны производства? Поэтому спешусь с брендом, узнаю про кашемир. Возможно, потом покажу вам в каком-либо из влогов кашемир от бренда Ариола. А на этом у меня все. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было вам интересным и в каком-то смысле полезным. Вы определились, подходит вам какая-либо пряжа или не подходит, потому что в основном такие обзоры смотрят люди перед покупкой какого-либо артикула. Возможно, вы воодушевились на покупку нового артикула. Можете написать в комментариях под этим видео, какой артикул вам из этого обзора понравился больше всего. И если вы поддержите мой обзор лайком, они продолжат выходить на постоянной основе, потому что мне важно понимать, интересны они вам, нужны они вам. И следующий обзор будет совсем-совсем скоро, если вы поддержите меня лайком. А с вами была я, Даша. Увидимся с вами в следующих роликах, а они будут совсем-совсем скоро. Всем пока-пока!